Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Кто это? Дмитрий Евгеньевич, я могу слышать Кузнецова? Все зависит от того, как у вас со слуховым аппаратом, и если вы представитесь, вообще красиво будет. Меня зовут Сангатуллина Самсаривна, финансовый эксперт, банк «Русский стандарт», Москва, Ткацкая, 36. Я не распознал ваше имя, отчество, вы сильно быстро проговорили. Скажите, пожалуйста, так, чтобы я мог с вами разговаривать и обращаться к вам. Сангатуллина Лейсан Фаридовна, финансовый эксперт, банк «Русский стандарт». Лейсан Борисовна, я правильно услышал? Фаридовна. Фаридовна? Я вас слушаю теперь. Дмитрий Евгеньевич, да? Совершенно верно. Дмитрий Евгеньевич, звоню вам для решения вопроса погашения задолженности по договору 88-17-08-88. По какой причине не оплачиваете? Не-не, давайте решать. Вы же сказали, звоните для того, чтобы решить. У вас какая-то своя тайная схема, наверное, существует, да? Коллекторы не справились, 3 года не смогли, а вы думаете, вы это самое, какие-то уникальные персонажи, да? И решите, что я вдруг согласился, выплатив вам уже больше 300 тысяч, взяв 200, что-то еще отдать. Вы что там, Лейсан Фаридовна, с дуба рухнули? Нет. Я сказал вчера вашему коллеге, если у вас есть какие-то вопросы, идите вы на 3 буквы, посередине буква У. Суд. И давайте жить как в цивилизованном обществе. Есть вопросы у официального учреждения. Решаем их в суде. Уговаривать меня не нужно. Дмитрий Евгеньевич, а как суд вам поможет решить вопрос с оплатой? Мне не нужна помощь. Я вчера вашему идиоту сказал, что мне помощь никакая не нужна. Это вам нужна помощь. Вы, пострадавшая сторона, обращайтесь за помощью в суд. Я вам ни копейки не отдам. Правильно поняла, вы отказываетесь от оплаты. Да, я отказываюсь под запись разговора от оплаты, потому что я все давным-давно выплатил вашему банку невменяемому. Как вы думаете, если я 3 года ничего не платил и сейчас решил заплатить, что со мной должно произойти? Какой-то коллапс мозговой. Если он у вас есть, то пейте зеленку, друзья, товарищи. Лечите мозги. У меня все хорошо с головой. Евгений, если бы вы все оплатили, вам бы не звонили из банка. Чего-чего, если бы? Если бы вы все оплатили, вам бы не звонили из банка. Если бы у бабушки был прибор, она была бы дедушкой. Понимаете? Вот это ваше «если бы». Еще раз повторяю, вы меня слышите. Если вам что-то не нравится, идите на 3 буквы посередине буква «У». Суд! Дмитрий Евгеньевич, вам уже ранее звонили, по поводу реструктуризации говорили, да? Да нахрен она мне нужна? Вы больные там или что? Вот коллекторы не... Коллекторы ваши вот эти вот... Вам кто вообще дал право коллекторам передавать информацию? Когда я отозвал свое согласие на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам, 2,5 года назад руками и ногами принес в отделение это заявление. Вы разместили мою информацию в бирже должников. Меня одолевали коллекторы на протяжении 2,5 лет. Теперь сейчас 230-й ФЗ вышел, и вы сами решили меня одолевать, потому что это нарушение, да? Теперь непосредственно с русского стандарта вы звоните, да? Жаль, слилась, бросила трубку, не знаю, но как есть, так есть. Друзья, заметьте, да, что вот это вот, что перед ней был, да, вот ролик сейчас вот, который перед этим загружен. Вот под копирку все трындят, да, вот только тембр голоса, вот его мужской, это и женский. Вот и все, вот одно и то же, и реструктуризацию просто тупо водят пальчиком по скрипту, не вникая даже в то, что говорит должник. И про реструктуризацию, и чем вам суд поможет. Даже вот закрывают возражения одними и теми же фразами. Ну смешно, господа из русского стандарта. Давайте импровизировать вместе. Ну почему простые, как на ваш взгляд, безграмотные должники умеют это делать, я имею в виду импровизировать, а вы своих бестолочей, там, этих чурок с глазами не можете научить хотя бы чуть-чуть импровизировать? Или вы там им специально говорите, чтобы они говорили все по тексту? Ну раз такое дело, ну, значит, остается сделать выводы, что им вредно давать возможность думать, потому что если они начнут задумываться, они сообразят, кто вы и что вы, господа руководители, и на что вы надеетесь. Ну, жаль, конечно, что среди простого населения очень много людей, которые действительно вот это вашего, вот эти ваши угрозы воспринимают за чистую монету. Да, угрозы, как вы говорите, мы вам не угрожаем. Нет, угрожаете.
как в скрипте у вас написано, как в этих методичках написано, спровоцировать должника на оплату любыми способами. Ну, правда, там есть моменты, которые запрещены на фоне действующих законодательных норм, но так или иначе, спровоцировать должника на оплату. Детский сад, друзья мои, детский сад. Ну что, а для своих подписчиков, для посетителей канала, я, пожалуйста, предлагаю в описании этого ролика спуститься, там все необходимые ресурсы, ссылочка на наш сайт. Кстати, говорю, очень скоро мы выложим на сайте нашу, собственно, практику положительную, она у нас вся положительная. Ну, выберем какое-то количество достаточное для общего обзора материала и выложим. Сейчас уже мои специалисты этим занимаются, немного осталось, будет в общем доступе, и вы сможете убедиться, что мы, как говорят, не вату катаем, и как вот у нас многие там рвачи в интернете появились в последнее время, говорят, что у Аляма ничего не получается, ничего не могут. Мне остается только веселиться и смеяться, слушая вот это вот невменяемые заявления. Ладно, об этом не будем. Значит, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайк. Кстати, отдельное спасибо за репост в соцсетях. Также в описании этого ролика есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь, там все наши ролики дублируются. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». До свидания.